Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор работы двигателя и автоматической коробки передач автомобиля Audi Q5 2008 года выпуска. Объем двигателя 2 литра CDNC, коробка передач LHF. Крышка и массозаливная горловина чистые, нагара и эмульсии нет. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостых оборотах. Работа двигателя на высоких оборотах. Выхлоп чистый. Пробег автомобиля 170 тысяч 156. Еще раз проверим работу двигателя. Проверим работоспособность коробки передач. При переключении коробки передач рывков нет. Двигательное переключение реагирует без задержек. Коробка передач переключается плавно. В аварийный режим не встает и не пробуксовывает. Замер компрессии. Первый цилиндр. Десять с половиной килограмм. Второй цилиндр. 10,5 килограмм. Третий цилиндр. 11 килограмм. Четвертый цилиндр. 10,5 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.